любая операция эстетическая, сложность только в одном – сделать максимально незаметно для окружающих. И сделать так, чтобы следы необходимой операции в виде рубцов, деформации, изменений взгляда. Эта операция, она не была первой очевидна для окружающих, и второе, чтобы не испортить то, с чем пациент пришел. Пациенты могут быть неудовлетворены своей жизнью, у них могут быть завышенные эстетические ожидания и сложность скорее в коммуникации с пациентами. Мы не волшебники, мы не всесильные.